и кончился очередной день. Всем привет, а то я не поздоровался. Вытяжку выключим. Вытяжка сегодня справляется, потому что дверь была открыта полдня. Несмотря на то, что на улице холодно. Так, ну давайте начну рассказывать. Как вы поняли, время уже. Домой пора. Поэтому буду показывать, что сделал. Зачистил. Раз. Дальше. Попробовал ленточным напильником подчистить шов. В итоге что-то подчистил, что-то зубилом дорубал. Но это там, в середине, далеко-далеко. Варил держатель трубок. Так варил, чтобы вообще там не было ни острячков, ничего. Чтобы трубочки никогда-никогда не поранились. Немножко зачистил, в общем, загрунтовал, выставил крепление, чтобы в центре было, потому что, ну, мало ли, вдруг подрамник будет двигать. Хотя, знаете, я вот померил длины, я поставил и один рычаг, и второй. Я когда приваривал кронштейн, вот этот, перед приваркой, подцепил рычаг туда-сюда, я померил. До зада миллиметр в миллиметр ровно. Ну понятно, если подрамник стоит ровно-ровно, миллиметр в миллиметр, то почему рычаги будут не миллиметр в миллиметр? И померил диагональ сзади, там в лонжероне дырочка, тоже именно диагональ, тоже миллиметр в миллиметр. То есть если будут его на развале смещать туда-сюда или куда-то, то они наоборот только хуже сделают. Хотя, может, есть какой-то прикол. Стаканы тоже стоят миллиметр в миллиметр, поэтому я не верю, что его будут сдвигать. Если ходовка вся нормальная, то на колес на автомате все нормально и встанут. Поставил в центр, приварил, зачистил, немножко грунтанул, где потом трудно будет малярить. Хотя это, может, еще разбирать будут, красить, не знаю. Второй, один приварил, зачистил, второй тоже все выставил, тоже в центр постарался. У меня болтов здесь немножко не хватает, поэтому вот здесь один, там один, здесь пока нету. Тоже в центре. Все, есть подрамник стоит, это ничего не зажимали, потому что надо же под нагрузкой зажать этот болт, сайлентблок. Поэтому пока не зажимали. Да и все равно ее еще разбирать будут, перебирать. По идее будут, может и не будут. Вот вроде целый день на нее ушло, на эту машину, а показывать и нечего. Как бы мало чего и сделал. Вот теперь надо вспоминать, что я делал. Там поварено зачищено, там поварено зачищено, подрамник полностью прикручен, рычаги накинуты. Дальше подрихтовал лопушок, не буду его менять, не хочу. Это так и идет здесь. Все, то есть бегал, смотрел на тот. Рихтовал этот. Можно было, конечно, взять его. Он сейчас выглядит немножко вот некрасиво. Краска отслаивается. Конечно, если когда чистил лепестком, немножко вот обчистил, уже здесь красиво выглядит. Но мы не будем обчищать это. Этим займется малер. Заварено, заварено. Зачистил, зачистил, зачистил. Кстати, скажу вам, что иметь ленточный напильник и нормальную бурмашинку — это класс. Вот даже, знаете, трудно сказать, чем мне больше нравится работать. Бурмашинкой и фрезой твердосплавной. Потому что бурмашинка больше подлазит, чем напильник. Вот этот шов, ну, болгаркой неудобно, поэтому половина зачищена ленточным, половина фрезой. Вон фреза вот так вот берет металл. Ну, то есть классно она берет. Сделал, еще раз накидывал крыло перед приваркой этого усилителя. Зачистил, все поварил, в общем, усилитель полностью поваренный. Тоже все зачищено. Здесь была лазерная сварка, стала обычная сварка. Не надо нам никакая не лазерная. Здесь тоже сплошной шов просто был. Будет тоже. Немножко посбивал. В идеал не вычищал швы. Немножко посбивал. Все, хватит. Все равно резиной замажет. То есть, ага. Поставил усилитель. Там же коробочка у нас, водоотлив туда идет. Вон там она.
засунул, точку, точку, снял, коробочка осталась, сделал там еще штук 6 точек. Между прочим, вот как бы ничего не делая, на камеру наснимал 28 гиг. Пришлось удалять вчерашнюю запись, потому что флешка, камера сказала, давай это, давай прекращай снимать или почисть меня. Поэтому флешку пришлось освобождать от вчерашнего. Сейчас на камере снято примерно 28 гиг вот этого, чего вы видели. Это часть готового автомобиля. Такая сейчас работа идет, знаете, варишь, чистишь, подгоняешь, туда там подбиваешь, блин, чуть не упал, и показывать нечего. Ага, расслоение там было, поэтому просверлил два отверстия, зажимом стянул, чтобы все стянулось, заварил два, теперь не это, не отпадет, не поднимется, зазор не появится, подушку мерил, все классно подходит, проблем нету. Итого нам осталось вот этот элемент доделать. Вот это все облагородить, подбить, подстучать, поварить. И немножко подрихтовать вот этот элементик. Здесь мы будем его менять. Может, отрежем, сразу подтянем. Ну, можно было взять вот так поменять, чтобы герметик не портить. Так, раз и два. Тогда дотягивать не надо было. Но мы не хотим так сильно далеко туда лезть. Мы все-таки здесь номер. Мы подрихтуем, заварим. Ходовку с этой стороны соберем уже завтра. После того, как с этим элементом всем разберемся, закончим сварку. Ходовку здесь соберем. Там ходовку собирать не будем. Машина, в принципе, приехала на трех колесах. Я думаю, машина на трех колесах и уедет. У меня, по-моему, там или стойки нету. В общем, что-то у меня там нету для ходовки. Ну, да так заберут, если что, не проблема. На трех колесах она все стоит, все хорошо. Этот домкрат можно убирать. Я, кстати, случайно заметил вчера. Сегодня, вернее, когда лазил здесь 100 раз, заметил, что он сам ослаб. Значит, сварка лонжерон немножко подтянула. Это хорошо. Или плохо. Это не мне решать, это вам решать. Нечего показывать больше. Целый день была сварка, сварка, зачистка, зачистка. В натуре. Сам прикол, что я начал работать примерно там в 11, да? 12, 13, ну короче, он часиков 6 отработал смело. И что сделал? А ни черта не сделал. Два рычага поставил, два кронштейна приварил на балку и это. И этот усилитель зашил. Тот ни черта не сделал, а целый день на это, рабочий день на это и ушел. Технический порядок или как там, технический беспорядок. Не буду уже убирать, надоело сегодня мне работа здесь, особенно вот этот элемент. Раком вари, раком чисть. И осталось по машине нам фигня. Один элемент доделать. Собрать ходовку с одной стороны, снять со стапеля, наборка здесь. Да какая здесь наборка? А, еще вот это надо сделать. Это я на грубую подрихтовал вчера плоскогубчиками. Это мы уже доступ принял, блин, вот вмятина острая. А у нас там доступа особо и нету. Там же на клей посажено кусок пластика как раз до этого момента. Ну ладно, вот этот, я думаю, еще сделаем, оттуда надаем и напильником его разровняем. То есть вот этот элемент можно весь напильником отрихтовать. Так и будет. Есть еще вмятинка одна, да? Да. Вмятинку, если что, спотырнем уже. Дверь осталась. Это такой самый противный элемент. Такое самое противное. Ну, еще пару дней до конца недели, еще далеко. Пятница, суббота, еще два дня до конца недели. Я думаю, мы до конца. Ну, я думаю, на этой неделе я не отдам в субботу. Хотя, может, в субботу и подзакончу, если захочу поработать эти два дня. Поживем, увидим. Хотя, по чесноку, вот здесь идет подломчик.
И получается, что не совпадает одно отверстие, и, ну, второго нету, второе мы приварим. Вот это не совпадает, да, немножко? Но здесь и гайки нету, она улетела. Дело в том, что когда стучали или рихтовали, то есть придется еще гайку варить. Гайку варить не проблема. Гаечку туда завести, болтиком прижать, или отсюда можно приварить, или с отверстия, или с нашей дырку вырезали, рихтовали, или оттуда можно приварить. А можно вообще ничего не варить, можно поставить крыло, просверлить дырку новую, эту заварить, рядом гайку приварить. Но так неправильно, и так будет некрасиво. Хотя, способ. Ну, просто было в машине там побольше лет, можно было так и сделать. Это как бы не та машина, где такую химию можно делать. Хотя вариант хороший. Просверлить новую гайку. Это что за гайка? Это гайка крепления крыла. То есть она тупо прикручивает крыло. Ну, сместим ее на, там, на 5 мм. Ну и что будет? А ничего не будет. Она как прикручивала, так и будет. Ай, хороший способ, да? Да. Люди, всем пакета, всем спасибо. Не буду затягивать видео. Время ехать домой, и завтра увидимся. Всем пока-пока-пока. Счастья, здоровья. А я поехал домой. А вы пойдите к деду реаниматору на канал, посмотрите какое-то его раннее видео. Он там такие делал работы, которые я даже я не умею. Там особенно Жигули рихтовал. Дед реаниматор, привет, всем пока, счастья, здоровья. Ко мне часто с комментами пристают. Почему ты говоришь в сантиметрах, а не в миллиметрах? Ты же не строитель. Ну, смотрите. Когда я мерю размер и говорю 177,5, вроде понятно, да? А если бы я вам говорил 1777 и 1778, мне так труднее, мне вот 177,5, 177,4. Потому что, блин, я ж не токарь работать с маленькими размерами, у нас здесь размеры, блин, 1,80 м, 2 м, 1,10 м, 1,15 м. Ну, красиво же звучит, 1,15 м, правильно? Правильно. Чем там, 1,150, 1,000, не, вы не шарите, короче, кто пишет так. Ой, что я делаю, блин, поверьте, в сантиметрах лучше. Все, я запутался, как оттуда деваться, всем покеда.